Неудивительно, что у сына богатого российского бизнесмена ноль результативных действий за всю карьеру. Все-таки талантом младший Ротенберг никогда не блистал. И вообще не укладывается в голове, как он все это время находился в лучших клубах России. В общей сложности защитник сыграл в карьере 106 матчей, успев даже дебютировать за основу сборной Финляндии. На его счету 5 с лишним тысяч игровых минут, что является самым маленьким показателем среди игроков нашего топа.